В регионе новый прокурор. Накануне президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Теребунова на пост прокурора Ульяновской области. Ранее его кандидатуру одобрили сенаторы. Андрею Теребунову 41 год, родом из Брянской области. В 2002 году окончил Воронежский государственный университет. С конца 2018 занимал должность заместителя прокурора Тульской области. Старший советник юстиции, женат, имеет 3 детей.